В Ираке военные нашли сразу два массовых захоронения. В одной братской могиле были погребены тела 140 человек, в другой обнаружили останки 20 женщин и десятков детей. Как передают местные СМИ, всех их казнили боевики ТИГИЛ. Общая могила расположена близ города Синджар в провинции Найнава. Ее полностью освободили от радикалов в этом году. Отмечу, иракские военные регулярно находят массовые захоронения жертв террористов из ТИГИЛ. Только с начала года обнаружили уже более 70 таких могил, в них были захоронены до 15 тысяч погибших.